Накануне вечером пилот внедорожника «Шевроле», переоценив крутость своего вездехода, устроил в центре города шоу с транспортными осложнениями. В 8 часу вечера, проезжая по улице Луначарского, решил 25-летний Роман Гуров сменить курс и крутнул по трамвайным путям. Ну и что, что там был лишь щебень неукатанный? Ведь джип он в конце концов или не джип? И по всему вышло, что второе. Потому как зарылся «Шевроле» в камни всеми четырьмя, перегородил трамваем дорогу в обе стороны, чем вызвал неподдельный гнев у простых смертных. Это все черные, вон сидят. Они, у них ремня-то нет, не ремня, а тросика вытащить, чтобы машину вытащить. Немощенное же это самое место-то, ведь должен соображать, что он может заглохнуть тут. Мы очень много страдаем от побочных всевозможных явлений. Внедорожное побочное явление, увязшее в щебне, портило жизнь трамвайщикам и их пассажирам около получаса. И дружбаны, которые были экстренно вызваны по сотовому, ситуацию исправить не смогли. Трамвай 40 остановилось. Давай, короче. Спас в итоге простой советский аварийный грузовик, который, не напрягаясь, выдернул опозорившийся внедорожник. Возникшая трамвайная пробка быстро рассосалась, и у недовольных пассажиров осталось после этого лишь легкое чувство гордости за отечественные трудности, которые дают прикурить таки возомнившим о себе крутых.